Сегодня у нас 1 июля 2015 года. Утро. Время 7 час. Вот мы с ребятами из детского православного лагеря Стана несем очищенные березовые жерди для нашего батюшки отца Иакима. Вот так вот взяли, чтобы нам удобнее было тащить их за концы этих жердей. Вот, вот наши саманы. Так, здесь у нас приезжают люди, и здесь они отдыхают. Мы им место предоставляем, корреспонденты и другие фотографы. Но это уже жители тут, кто живет. Деревня Потеряевка. Вот. Вон дядя Игорь, Барабаш. Сейчас вместе крикните потом ему. Доброе утро. Да, доброе утро, дядя Игорь Барабаш. Дядя Игорь. Вот диакон здесь, Евгений, живет со своей семьей. Раз, два, три. Доброе утро, дядя Игорь! Сюда заезжаем, сюда. Вот приехали к батюшке в ограду. Сейчас. Вот Котя сидит у батюшки. Или кошечка, или... Вот дядя Игорь Барабаша. Дядя Игорь, а? Мы к вам за Евангелием. Там нам подадут, нет? Мы сейчас обратно увезем. На веранде, да. Вчерашний-то я привез. И папку. Папку я все положил. А, все положил? Я вам Геннадий сказал, что я положу около входа вашей этой кельи. То есть она там все, что ли? Евангелие там. Да, ну как, вы заходишь, кто он у вас? Сам, не саманная. Скворечник? Скворечник, да. И здесь на бочках лежит. А все уже увез? Я Геннадий сказал. Все увез? Не Евангелие я привез, а с того раза Евангелие лежат на веранде. А, ну надо забрать, мы сейчас заберем. А спаси Христос, а то... Ладно, хоть спросили. Все, развязываем, развязываем и выгружаем. Сейчас батюшку надо позвать, я позову его. Куда? Осторожно. Прижили батюшки жерди. Рури, прямо в ворота, ворота, выезжай, Вот, там эта веревка намотается на колесо. Веревку поднимите на телегу, положите ее. Веревку. Все, вправо выгружайте. С этой стороны уходите. Вот сюда, с веревки. Сталкивайте с веревки. Отойди, отойди, Кирилл, ты же не там стоишь. Отойди. Тихо, телегу-то. Слава Христу! Кирилл, отойди, Арсений, что ты стоишь-то? Дай им выехать. Помогай ему, все. Все, дядя Игорю Барабашу подъезжаем. А что, больше не надо березы? О, у батюшки уже черемуха спеет во все. Да-да-да. У вас уже черемуха спеет, батюшка, а у нас еще зеленая. А там нет ее зеленой. Погибла вся. Вот мы пришли к дяде Игорю Барабашу. Вот с ребятами из детского православного лагеря. И за Евангелием нам привезли с города, переслала одна сестра Ольга.
заказывал с Москвы, везли в Барнаул, а сейчас нам в Потеряевку за 150 километров. Игорь привез на своей машине, на легковой. Стоп, машины, стоп! Вот, сидят, у него тут коровки. Вот. Ты у машинка. Ваня, зайди, робот, спроси Евангелие, мы за Евангелием. Тут на веранде лежит она. Открой дверь. Сапоги сняй. И там увидишь на веранде, подавай нам здесь. Подходите, ребята, в обуви. Просто здесь подходите, на коврик не ступайте. Бери, бери, Евангелие. Я Игорь разрешил. Бери. Вы цепочкой встаньте. Один возле телеги, Паша. Вставай возле телеги. Вот, дальше отходи. Дальше, Кирилл, отходи. Вниз спускайся. Паша, передавай. Вот. Милость Божия. Хлеб для души Святого Евангелия. Сколько еще людей могут познать Христа, уверовать в Него. Все святое слово. А, палатку не расстели, братья, давайте выгрузим обратно. Обратно. Палатку не расстели, забыли совсем. Пока вон на крылечко, Кирилл, вон туда вон на крылечко сложи, на землю не надо. Давай, помогай, Арсений, не стой, выгрузи обратно, вон туда поставьте пока на крылечко. Паша, подержи пока. Все, Ваня, расстилай, или кто там свободный, расстилайте одну эту. Палатку одну расстилайте, там две. Одну уберите, а ее сверху накроем потом. Мы еще заедем туда, на Скворечник. А, нам на Скворечник же ее везти надо. Все нормально, значит. А палатки еще нужны березы? Да, мы еще привезем последние 4 штуки. А когда? Сейчас. Сейчас Евангелие отвезем. И пойдем еще раз. Эти края у палатки загнуть, подогнуть их, чтобы колеса не касались. Здесь вот касается колеса, иначе тереть будет палатку. Все, Паша, ложи туда. Сейчас сверху закидывай ее. Вот так, Евангелие. Нет, ложи, да, в две стопки. Вот. Все. Все, закинь. Все. А так, Арсений, тут тот край палатки закинь тоже. Сверху на палатку ложи тут. Ну вот тот край-то палатки, у тебя там свисает он, нет? Закидывай. Ну закидывай все равно его. Он не нужен там. Все, прикрывай. Вторую палатку сверху набрасывайте. Мы-то думали, что больше будет. А раз Егерь уже отвез на Скворечник, наше дело только занести будет там. Довести то, что осталось. Да, только довести то. Все, запрягайтесь и поехали. Все вместе участвуйте. Смотри, Кирилл, стой, 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 веревка, стой. Ну, бывают моменты, но в основном сейчас же сотовые. Это только если куда-то официально звонить. Официальные органы. А вы звонили? По такому телефону вполне можно позвонить даже в Казахстан. Специальные карточки такие.